Так, ассалам алейкум, хурметы Казахстан, с вами Ергали. Вот сегодня первые новости, это вас ознакомить хотел. Первые новости в интернете, это везде шумит Киргизстан. Белый дом в Бишкеке захвачен, где находится президент Кыргызстана. В администрации главы Кыргызстана прокомментировали слухи о том, что Сооронбай Жээнбеков покинул Бишкек. Пресс-секретарь президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбекова Толгонай Стамалиева сообщила, где он находится после митинга и захвата Белого дома. Сейчас он находится в Бишкеке, сказала Стамалиева. Ее слова приводит спутник Кыргызстан. Ранее она сообщала, что до 2 часов ночи 61-летний Жээнбеков находился в здании Белого дома и разговаривал с представителями митингующих. Жээнбеков занял пост президента Кыргызстана 24 ноября 2017 года, сменив на этом посту Алмазбека Атамбаева, который позже осудили к 11 годам тюрьмы. 5 октября в Бишкеке начались митинги после выборов в парламент. Недовольные результатами выборов собрались на площади Алатау около 3-4 тысяч человек. После попытки штурма ворот Белого дома начались столкновения между милицией и митингующими. В ночь на вторник протестующие заняли Белый дом, здание, где располагается офис президента страны и парламент Жогорку Кенеш. Здесь начался пожар. Затем они освободили некоторых политиков, в том числе бывшего премьер-министра Сапара Искакова и экс-президента Алмазбека Атамбаева. Освободили они. Известно, что в результате столкновений погиб один человек, также десятки людей пострадали. С вами был Ергали, салам алейкум, рахматуллахи ва баракату. Пишите комментарии, ставьте лайки и по возможности помогайте финансами нашему каналу. Ну а я прощаюсь до следующих видео.